Друзья, мы у Тверского суда города Москвы. Здесь пока у нас немного человек, может быть, 30-40, поэтому если вы где-то на подъезде, подъезжайте. Эрика уже привезли. Журналисты потихоньку подтягиваются, будем освещать с места событий, рассказывать вам, что и как. На заседание тоже буду, если будет возможность, конечно, я включу перископ. Если будет возможность. Вот, друзья, поэтому, если вы еще не надумали, приезжайте. Да, конечно, идет снег и не очень тепло, но ничего страшного. Полиции уже здесь много, несколько автобусов. Они тоже готовы к тому, что... нас будет много. Мы не рассчитываем на теплый прием. Вряд ли будет все корректно и в рамках закона. Потому что пока в рамках закона никто не действует. Так что, друзья, подтягивайтесь. Поддержка нужна каждому.